Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова серия на проекте Amazing Hurry Play. Это второй сервачок, то есть Yellow. Всех вас жду здесь играть. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. А для того, чтобы вам с кайфом было просто играть, конечно же, не забывайте вводить по промокод. Пишите /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если просто-напросто вкачаете уровень. А вкачать уровень очень легко с помощью квестов. Большое просто спасибо тем, кто уже ввел мой промокод. Реально, вам огромное просто спасибо. Реально, вы просто красавчики. Вот кто вводит мой промокод, те просто красавчики. Вам реально очень большое спасибо. А если ты планируешь играть на данном проекте, то, братишка, не тупи, вводи промокод и зарабатывай бабосики. Ну а в этом ролике, пацаны, я вам покажу новую просто свеженькую сборку от Драконова. Она зимняя, то есть наконец-то, пацаны, уже скоро зима, сами понимаете. И, конечно же, нужна зимняя сборка, пацаны, без этого никак. Поэтому в этом ролике я вам покажу самую лучшую просто сборку, именно зимнюю сборочку, пацаны. То есть сейчас мы из осени, из пляжа просто перенесемся в зиму, пацаны. Сборочка реально хорошая, но я вас предупреждаю, пацаны, то, что прежде чем что-то устанавливать, лучше это все проверьте на наличие там стилеров и так далее. Хоть и Дракон сборки юзу давно, но, пацаны, лучше не рискуйте, проверьте, как бы. Понятное дело, то, что я с этой сборкой играю, но я вам бы советовал это все проверять, чтобы я потом не был ни в чем виноват. Все ссылочки в описании на сборочку. Заходите, смотрите. Кому нравится, скачивайте сборку и играйте. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, я благополучно установил данную сборочку. Это сделать очень легко, просто перекидывайте на рабочий стол, и у вас как бы она устанавливается. На самом деле, я сборками Драконова пользуюсь уже очень долго, на самом деле, около года, то есть мне всегда его сборочки нравятся. И эту сборку я очень ждал, потому что он там скидывал скриншоты в свою группу. Кстати, ссылка на его группу будет в описании под видео, для тех, кто хочет скачать сборку. Ну а сейчас, пацаны, я вместе с вами буду это все смотреть. Понятное дело, то, что я уже там почитал, что сюда добавили в эту сборку, но смотреть и играть с ней я сейчас буду в первый раз. И мы просто, пацаны, сразу погружаемся в зиму. Я на самом деле люблю больше лето, но зима, пацаны, это тоже круто. Тем более, если играть со сборки, то это реально, пацаны, просто красота. Реально, просто все в снегу, все красиво, все прикольно. Карта тоже в снегу. То есть здесь много чего заменено. Конечно же, я все вам не покажу, пацаны. Если вы хотите посмотреть прям все, что здесь есть, вам придется скачать сборку. Потому что показать все, к сожалению, я не смогу. К сожалению, снег на колесах не появился. И на стекле тоже. Но, возможно, он потом в будущем это все добавит. Но пока что это все выглядит вот так вот. Что мы вообще видим из изменений, пацаны? Это первое, то, что заменили худ. Как бы он немножко изменен. То есть здесь доллар такой, знаете, под зиму сделан. Ну и ХП, точнее броня тоже переделанная. Также карта у нас, то есть мини-карта тоже заснеженная. Выглядит все довольно-таки хорошо и красиво. То есть сборочка реально, пацаны, годная. Как бы я с ней буду постоянно играть. На стримах особенно. Потому что когда я снимаю ролик, я в основном играю с лаунчера. Потому что там графика красивая как бы. А со сборочки я в основном играю либо без стрима, либо когда стримлю. Также, я думаю, вы заметили то, что изменили. Получается цвет фар. Ну точнее, эффект фар, скорее всего, это называется. То есть эффект фар совсем другой. Именно передних фар. То есть они как-то так блестят. А если мы дальний включим, да, они тоже отражаются, то есть фары тоже заменили, и они выглядят очень-очень хорошо, пацаны. Мне это тоже очень сильно нравится, такие вот приятные блики появляются. То есть фары у нас, получается, заменили. Также у нас заменили оружие, заменили эффекты, звуки и так далее. Это я сейчас вам все, в принципе, покажу. Но сам кайф, пацаны, в том, то, что вы просто едете по зимней карте. То есть это реально прикольно. Хотя у меня за окном пока что нету снега, но как бы я уже настроился на зиму, пацаны. Уже через 10 дней буквально уже, получается, зима, пацаны. Поэтому зимнюю сборочку, я думаю, можно скачать и уже с ней как бы играть, кайфовать. Мне Драконова реально сборки всегда нравились.
Гуч, Прада, Луи, на мне только Фенти ходит. Инди мне звонят из улиц, перестали платьяне ули. Катим, катим, крутим, крутим, любовь почти на со вкусом кандалаки. Самые умные в Кадиллаке, слишком нужно. Ну что ж, дамы и господа, что я вам по итогу могу сказать? Сборка мне очень понравилась, здесь очень классные темп-циклы, очень хорошее качественное оружие, звуки там и так далее. То есть сборка реально получилась очень хорошая, в принципе, как и всегда. Поэтому Драконову большое спасибо за сборочку, буду на ней играть обязательно. На стримах будете приходить сами видеть то, что я буду играть именно с этой сборкой. То есть мне реально по кайфу, мне в принципе все понравилось. Я вам, конечно же, не все показал, что здесь есть. Полный список как бы есть в группе Драконова и подробно. Подробный видос тоже есть в группе Драконов, поэтому кому интересно, все ссылки есть в описании, заходите, смотрите там и так далее. Ну и конечно же не забывайте приходить ко мне на второй сервачок, я могу вас принять в семью, в компанию там и так далее, то есть будет реально все красиво. Не забывайте вводить мой промокод, чтобы получить 450 тысяч. На этом я с вами буду прощаться, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.